22 июня 1941 года в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Мой дедушка – герой, он защищал страну. Не спит он ночь порой, как вспомнит ту войну. Был дважды ранен, но поправился и в строй, и вновь в бои с врагом. Мой дедушка – герой. Мой прадед – участник Великой Отечественной войны, Мирошниченко Иван Николаевич. Погиб при исполнении воинского долга, сражаясь с врагом за родину. Родился в 1903 году в Ростовской области, в большой семье донского казака. Детей в семье было семеро, 5 сыновей и 2 дочери. До войны работал ветеринаром, на фронт ушел с 5 братьями. Погиб в июне 1943 года, получив тяжелое ранение. Восход, молодой солдат, он не убивал никого ни разу. Слишком мало лет, слишком синий взгляд, чтоб стрелять людей, пусть даже по приказу. Держит он в руке новый автомат, сказал комбат. Помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны памяти павших. Будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою, отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. На все времена бессмертной земли. Мерцающим звездам ведя корабли о погибших
помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Помните. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.